1 сентября, в День знаний, первый звонок в школах Ленинградской области прозвенит для 20 тысяч первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительство Ленинградской области. Каждый ученик первого класса получит в подарок от губернатора региона набор книг для семейного чтения, а также интерактивную карту Ленинградской области и светоотражающий стикер. Всего за школьные парты в 2018 году сядут свыше 154 тысяч учащихся, что на 9 тысяч больше, чем в прошлом году. Для усиления педагогического состава 1 сентября на работу в школы Ленинградской области выйдут 250 молодых учителей. Ребята из отдаленных населенных пунктов до школ, как и прежде, будут доставлять специальные автобусы. 1 сентября на линии выйдут 342 автобуса, которые довезут до школ более 8 тысяч ребят и учителей. До конца года будет приобретено еще 50 новых машин. Всего на подготовку учебных заведений области в 2018 году было выделено 3 миллиарда 700 миллионов рублей из средств консолидированного бюджета Ленинградской области. На ремонт в школах и детских садах было потрачено 1,5 миллиарда рублей, а на строительство новых объектов 2 миллиарда 200 миллионов рублей.